Всем привет, мои рептилии, с вами я, Лия. Сегодня очередной влог со школы. Вчера я вам его не снимала. Вот, решила снять сегодня и завтра. Вот. Хотя мы завтра, возможно, в школу не пойдем, потому что у нас завтра, завтра выбор и так далее. Вот. Вот как-то так. Сейчас я буду краситься. А сейчас время 8:17. Буду краситься. Потому что нам к третьему уроку. Вот. И думаю, что сделать на голове. Вот как-то так. Теперь мой туалетный столик стоит в этой комнате. И как это сказать-то? Господи. Теперь сзади будет красивый фон. Вот. Я краситься. Короче, ребята, я уже накрасилась, сделала прическу такую же, как и в понедельник. Вот, потому что она мне очень нравится. Я уже второй день ее делаю подряд. Вот. Вот так вот. И пойду так же, как в понедельник, в толстовке и в джинсах. Вот так вот. Макияж уже сделала. Но так как я снимала с маской, вам, наверное, не очень видно будет. Но я его сделала. Первый у нас английский. Потом я не знаю. Вот. Кстати, у нас русский будет заменять наш учитель по физкультуре. Класс, спасибо. Короче, я сейчас вышла. А на улице такой небольшой моросит дождик. Прикол в том, то, что я пойду в 4 часа домой, и неизвестно, будет дождик или нет, потому что если будет, то я без шапки и без зонта. Класс. Хорошо, что я не одела белые кроссовки. Ну, в которых хожу в школе. У нас сейчас русский, замена по-русскому. Учитель ушел наш. Вот. Он сказал, что... Короче, у нас учитель по-русскому. Русский заменяет учитель наш по физре. Класс, нормально. Да. Сейчас мы будем писать упражнения. И то не факт, и то не все. Мы не знаем. Вот, не знаем, придет он или нет. Вот. Попробовал такой очень вкусный, как пальчик у свиньи. Сейчас у нас технология, нам дали задание, но никто ничего не делает, потому что никому-то не надо. Я надеюсь, меня вообще слышно. Где я нахожусь? Короче, ребята, я уже дома, я сейчас буду кушать и пойду к подруге своей. И еще я хочу взять вот такие чипсы. На самом деле я их уже чуть-чуть открыла и попробовала одну. Они острые, но вкусные. Вот. Сейчас мы все будем. Сейчас я буду кушать, потом соберу рюкзак, все, что мне надо, и мы пойдем к ней. Вот. Кстати, всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Я, короче, уже вышла. Ну, подруги. Вот. Сейчас иду туда. К
Короче, да. Я за что вам еще сказать? Я уже принимаюсь к подруге. Вот. Вот так. Я уже... Что у меня с голосом? Я уже пришла, меня тут угостили двумя пирожками. Они сразу начинка, наверное, скорее всего. И вот такой штукой. Надеюсь, очень вкусно. Ну, вообще, в принципе, у них все всегда вкусное. Вот, я, кстати, вам тоже кое-что принесла. Я уже дома, пришла где-то минут 5 назад. Сейчас я буду доделывать уроки. Это геометрию и русский и алгебру. И все, ем яблоко. Вот такое. Вкусно. Вот. Я отдыхать. Очень сильно хочу спать. Мне завтра к первому уроку. Спасибо. Вот, а я уроки пошла делать. Короче, ребята, сегодня уже следующий день. Я уже собралась. Сейчас пойду кушать, а потом в школу. Я уже в школе. Вот так вот как-то так. Вот. Короче, у нас сейчас здрасте завязали, потому что у меня освобождение. Класс, я знаю. Зато на следующей неделе я пойду. Ребята, я уже пришла вам домой как минимум час назад. Я переделала сережку, кстати. Вот, и нарисовала стрелки, потому что я не могу без стрелки. Очень люблю стрелки. Вот, сейчас мы с мамой пойдем. А еще, наверное, брови подкрашу, потому что, ну, блин, у них почти не видно. Вот. Сейчас мы с мамой пойдем погулять. Вот. Так вот там. Я скорее сейчас еще бровки подкрашу. Вот так.